потоки вновь, ни словами не объять всех берегов. Я жердевку люблю, она как магнит и мегаполис. Меня не манит и не отобрать ее у меня. Все знают, что семья – это в нашей жизни главное, и все, что есть у нас – это наша семья, это не наши дети, это продолжение нашей жизни. Поэтому я хотел бы поздравить всех награжденных с этим праздником. И в первую очередь пожелать долгих лет жизни, не только супружеской, но и вообще долгих лет жизни. Они достаточно много живут, братья. Они достаточно имеют большой жизненный опыт, они воспитывают уже внуков. Я думаю, что воспитание внуков будет правильно, и они будут продолжать начинание их родителей, дедов, бабушек. Поэтому с праздником вас всех, добра вам, и самое главное в наше время – мирного неба. Прошу прощения, чуть запоздал. Я присоединяюсь к словам Александра Васильевича и хотел бы вам пожелать мира, добра, благополучия всем нашим семьям. Всем вам. И самое главное, крепкого здоровья. С праздником вас! Организационный комитет по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации и по ходатайству главы Жердевского района Александра Васильевича Быкова медалью «За любовь и верность» награждается семья Протасовых Борис Иванович и Нина Юрьевна. Мы воспитали дочь достойным членом общества. Одни шишки для награждения благодарственным письмом и памятным знаком почетная семья Жердевского района Тамбовской области на сцену приглашается семья Вороновых Владимир Тимофеевич и Лидия Павловна. Двоих внуков и правнука. Вот, двоих, а у меня трое, а у мамы есть трое.
рождения благодарственным письмом и памятным знаком почетная семья Жердевского района Тамбовской области на сцену приглашается семья Тучиных. Благодарственных писем от руководства. В свободное время с удовольствием занимается любимым делом, балует своих домочадцев выпечкой и выращивает цветы. Владимир Николаевич тоже на пенсии, но и по сегодняшний день продолжает трудиться главным инженером плодопитомники Жердевский. Что же он не трудится? Мышки не ворочают. Благодарственным письмом и памятным знаком почетная семья Жердевского района Тамбовской области на сцену приглашается семья Ногтиковых Вячеслав Николаевич и Валентина Егоровна. 5 лет потрудилась в колхозе имени Кирова в отделе кадров, потом в Бурнакском сельпо продавцом. Воспитали 2 сыновей, имеет 2 дочек и 2 внуков. Благодарственным письмом и памятным знаком почетная семья Жердевского района Тамбовской области на сцену приглашается семья Бабаевых Александр Федорович и Лидия Владимировна. Союз четы Бабаевых образовался в 1972 году. Александр Федорович свою трудовую деятельность начал в совхозе Шпикуловский Жердевского района в качестве рабочего и, пройдя долгий путь трудовой жизни, дошел до председателя Жердевского районного совета народных депутатов, депутата Тамбовской областной думы первого созыва. За все время зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, отдающий много сил и энергии в укреплении агропромышленного комплекса района. Награжден множеством почетных грамот района и области, является почетным гражданином Жердевского района. Лидия Владимировна свою трудовую деятельность посвятила Жердевской общеобразовательной школе номер... Спасибо вам большое за слова поздравления и награждения. А для всех звучит музыкальный подарок. По дороге мы жизни идем, и у каждого путь свой назначен. То взлетаем, забыв обо всем, принимая обман за удачу. То случается вдруг, замыкается круг, и становится трудно поверить, что все можно решить. Если надо простить, нужно верить в судьбу, нужно верить. И радуйтесь солнцу, что каждое утро вам светит в оконце. Что было плохого, пусть будет забыто. Души ваши дверь всегда будет открыта. Мы боимся признаться себе, повторяя чужие ошибки, что живем только раз на земле. Так дарите друг другу улыбки, не грустите тайком, все вернется в ваш дом белым светом, безоблачно чистым. Поспешите любить, свой очаг сохранить, нужно верить в судьбу, нужно верить. Живите, любите и радуйтесь солнцу, что каждое утро вам светит в оконце. Что было плохого, пусть будет забыто, души вашей дверь всегда будет открыта. Живите, любите и радуйтесь солнцу, что каждое утро вам светит в оконце. Что было плохого, пусть будет забыто,
четыре стороны. Встречал опять как круги заколдована. Не ту, не ту. Давным-давно на карте вечных дорог были в шорохе шагающих ног. Ждет эта точка, где сойдутся в свой срок одни на свете. Она и он пойдут мечте заплатить. На гонку им сорвется этот мотив. Куда уходят всех влюбленных пути? Не скажет ветер, не скажет ветер. По-прежнему во сне она жила такая нежная, из неба бесконечного, беспрежного вода текла. Давным-давно на карте вечных дорог были в шорохе шагающих ног. Ждет эта точка, где сойдутся в свой срок одни на свете. Она на гонку им сорвется этот мотив. Куда уходят всех влюбленных пути? И скажет ветер. Мы с тобой в нервах.
Thank you.
боли. Не могу надышаться любовью. Целую твои я ладони. Целую твои я ладони. Мое сердце в глубине любви тонет. Не могу надышаться цветами. Пусть будет радостью любовь между нами. Полевые цветы соберу в букет. Соберу букет, подарю тебе. Колокольчики, ромашки белые. За околицей цветет вишня спелая. Седые, седые туманы. На заре по привычке я встану. Выйду в поле, широкое поле. Глотая жадно воздух свободы. Глотая жадно воздух свободы. Дороже нет, когда ты свободен. Мой дом родной, родная калитка. И ты идешь ко мне навстречу с улыбкой. Полевые цветы соберу в букет. Соберу в букет, подарю тебе. Колокольчики, ромашки белые. За околицей цветет вишня спелая.